Ливингстон – маленький речной порт, и еще более маленький морской. Это единственное место в Гватемале, где живет народ гарифуна. Кто такие гарифуна? Байка про гарифуна утверждает, что они являются потомками карибов, живших на Антильских островах, смешавшихся с коренными жителями араваками и африканцами, попавшими на остров в 1635 году с потерпевших крушение испанских невольничьих судов. Сколько всего гарифуна существует в нашем мире, мнения расходятся. Их окончательное число колеблется от 175 тысяч до полумиллиона. Иными словами, их точное число никто не знает. Больше всего гарифуна живет в Гондурасе – 125 тысяч, а здесь, в Гватемале, их всего 25 тысяч. Еще черные карибы сохранились по чуть-чуть в Белисе, Никарагуа, Гваделупе, Сан-Винсенте и Гренадинах. Говорят гарифуна, как бы это ни показалось странным, на языке гарифуна, который, не пугайтесь, относится к та майпурской группе приморской ветви аравакских языков. Культура гарифуна дорога не только самим гарифунам. С 2001 года она охраняется ЮНЕСКО, которая включила всю культуру вместе с музыкой, людьми и их языком в список всемирного наследия. Язык гарифуна возник на Антильских островах, на Малых Антильских островах. И представляет собой удивительный коктейль, содержащий 45% слов языка арагуако, 25% языка килинаун, 15% французских слов, 10% английских и 5% испанских. Кроме того, язык гарифуна, как и японский язык, различается по половому признаку. Существует женский и мужской вариант разговорного языка. Письменность гарифуна использует латинскую. Кроме всего народа гарифуна, из нематериальных ценностей в список всемирного наследия ЮНЕСКО, между прочим, включены карнавал Арура в Боливии, грузинское полифоническое пение Шикруло, устное наследие народности Сапара в Эквадоре, песни Худ-Худ племени Ивгау на Филиппинах и многие другие ценности. В Ливингстоне, как и во многих других гватемальских городах, вход в магазин с оружием запрещен. Зато разрешены танцы на улице. Совершенно неудивительно, что при такой веселой жизни в Ливингстон едут путешественники. Ну, возможно, не так, чтобы очень много, но вся экономика города, если вообще это слово применимо для ленивого Ливингстона, держится именно на них. Ну и на рыбе тоже, которая сама лезет в сети, и на бананах с кокосами, которые сами падают с пальмы. Нужно только вовремя подставить сетку. Одним словом, люди в Ливингстоне не сильно себя утруждают делами.
Возможно, именно из-за такой расслабухи Ливингстон – одно из самых бедных мест на нашем пути, сравнимо разве что с высокогорными деревнями Майя. Но из-за такой глупости, как бедность, тут никто не парится. «Это же Карибы», – объяснили нам популярно. «Акуна Матата». Зато в дружеском общении гарифуны не знают себе равных. What possessed you guys to come all the way down to Livingston, Guatemala? We love Guatemala. Yeah. We're second time. Is this second time? Yeah. But we have never been here. First time Livingston. That's good, man. People's so you guys just wanted to come? Internet, yeah, a lot internet. So you got the music in internet. Oh. So you went to that Garifuna thing too, huh? Yeah. Well, all right then. Yeah. Yeah, that's good, man. You guys enjoy your stay, all right? Thanks a lot. В Ливингстоне, кроме рыбы, ганжи и кокосов, растет еще и какао. Впервые за всю поездку удалось купить какао-бобы, которые Костик столь легкомысленно обещал Танюшке и безрезультатно за которыми гонялся по всей Гватемале. Об общей расслабленности граждан говорит и то, что ливингстонскому человеку совершенно не влом потратить 50 минут нашего и своего времени, чтобы попросить 5 кицай. Короче, свои 5 кицалей он заработал.